Здравствуйте! Меня зовут Нина Воронова. Я психолог, биолог, кандидат биологических наук. И вы на моем канале, посвященном расстройствам пищевого поведения, где я говорю о том, что такое РПП и как жить с РПП. И если вы психолог, то вы найдете здесь информацию о том, как работать с РПП. У меня уже было два видео о типичных семьях анорексиков и типичных семьях булимиков. Сегодня я расскажу о том, что такое типичные семьи людей с компульсивным перееданием. Или, скажем так, что такое типичные семьи людей с перееданием. Потому что по-хорошему нужно разделить компульсивное переедание, оно уже приступообразное переедание. И эмоциональное переедание, оно уже психогенное переедание. В чем разница? А компульсивное переедание это диагноз, это диагноз по МКБ, то есть это м -м, действительно расстройство из группы расстройств малой психиатрии. Это не а, такое психическое расстройство, как мы обычно говорим, психическое расстройство и пугаемся, это психическое расстройство из группы невротических расстройств, то, что раньше относилось к неврозам. Так вот. А компульсивное переедание, оно же приступообразное переедание, отличается тем, что ну, вот обычно человек питается, ну, как все нормальные люди, он не переедает, но один-два раза в неделю у него как будто щелкает что-то в мозге, и он начинает есть все подряд в огромных количествах, и это длится час-два-три, а потом это останавливается. Вот это приступообразное или компульсивное переедание. Эмоциональное переедание, оно же психогенное переедание. Это когда человек переедает в норме, по вечерам, когда он расстроен, когда у него не очень хорошо идут дела, когда он устал, когда ему грустно, когда ему скучно, когда ему все что угодно, одиноко. И это не диагноз, это скорее нарушение поведения, действительно связанное с регулированием эмоций, а точнее с трудностями регулирования эмоций. То есть важно разделять эти две вещи. Компульсивное переедание, которое является расстройством и требует определенных типов именно лечения, работы такой серьезной психотерапевтической. И эмоциональное переедание, которое гораздо менее как бы это сказать, гораздо менее тяжелая по своей форме, но с другой стороны, может быть, его даже тяжелее корректировать в чем-то. И часто люди именно с эмоциональным перееданием, с психогенным перееданием набирают действительно большой вес. Больше, чем люди с компульсивным перееданием часто. Так вот, из каких же семей происходят эти люди? Люди с компульсивным перееданием и люди с эмоциональным перееданием. Люди с компульсивным перееданием ⁇ это, как правило, люди из семей, в которых нормальным является насилие. Насилие часто направленное на детей. То есть это, как правило, жестокие родители, они могут быть физически жестокие или эмоционально жестокие. Часто эти дети сталкиваются с чем-то вроде сексуального насилия или сексуального злоупотребления или развращения или совращения как ни назовите, а вот эти дети с компульсивным перееданием проходят через действительно очень тяжелые события. На них нападают, их избивают, их оскорбляют, их унижают, их выгоняют из дома, их домогаются, их насилуют. Вырастая они используют, используют в кавычках, потому что это неосознанный выбор. Но это единственно доступный им способ. Вырастая, они используют еду для того, чтобы выключить воспоминания, связанные со всем, что было в их прошлом. Это такой способ диссоциации, способ ухода от мыслей, выключения этих мыслей, выключения этих переживаний, с которыми они не могут справиться. Они не могли с этим справиться в детстве, потому что это насилие, это тяжесть, с которой тяжело справиться даже взрослому человеку. У взрослых развивается посттравматическое стрессовое расстройство. И вот эти дети, которые выросли в семьях, где царило насилие, они вырастают с тем, что называется комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. А один из таких вот важнейших, заметнейших признаков посттравматического стрессового расстройства это диссоциация. То есть, когда я не могу думать, я не хочу думать, я, вот, я сделаю все возможное, чтобы не думать о том, что меня ранит. Это одна ситуация. Вторая ситуация ⁇ это эмоциональное переедание или психогенное переедание. Там часто вот такого по-настоящему жестокого обращения может не быть, но происходит то, что сопряжено с нарушением границ. Это люди. Люди, которые переедают, переедают в норме, едят много, едят много сладкого, едят много жирного или углеводистого. Они просто не могут, они все время это едят. Они не могут лечь спать без того, чтобы не съесть еще и это, и это, и это, и еще вон то. И только с полным, по-настоящему полным желудком, они могут лечь спать. После этого успокоиться, снизить свое эмоциональное напряжение и лечь спать. То есть вот это люди это люди, вырастающие в семьях, где их границы нарушались, где они не были важны, где было нормальным, что их интересы приносились в жертву интересам кого-то еще, например, взрослых, старших братьев и сестер, соседей, двоюродных, троюродных, вообще кого угодно. Это люди из семей, где ты не важен. Не потому, что даже ты плохой, и не потому, что даже тебя не любят хотя это часто связанные вещи, не любят или не умеют любить, или не знают, как показать тебе, что тебя любят. Но главное, что ты не важен. Тобой можно пренебречь, тебя можно отложить в сторону, как куклу, в тот момент, когда ты не нужен, когда не до тебя. Тебя можно отложить вместе со всеми твоими эмоциями, своими переживаниями, с твоими страхами. То есть маме не до тебя. Как бы не мешайся тут. Не мешайся ты мешаешь. У нас тут важные, серьезные дела, не мешай. И при этом нарушение границ, которое связано с тем, что к такому ребенку залезут в телефон, прочитают его дневник, будут разговаривать, контактировать с его друзьями поверх его головы, что-то выяснять, заходить в его комнату, рыться в вещах, потому что, ну, это же наш дом. Типа, а у тебя что, есть секреты какие-то или что? будут требовать отказа, принесения своих интересов в жертву. Типа, ну мало ли что там тебе хочется. Вот кому-то нужнее, например. И это в системе, это годами. И эти люди вырастают с двумя особенностями. Они, если первые с компульсивным перееданием, они решают, переедая, задачу выключить чувства, выключить все эти воспоминания тяжелые, которые все время, все время, как бы это сказать, все время всплывают, все время прорываются в твое сознание, все время всплывают интрузиями, флэшбэками, картинками какими-то, словами, запахами, их это надо выключить. Вот это первое с компульсивным перееданием. То вторые едят для того, чтобы утешиться, чтобы дать себе что-то чего у них не было дать себе эти границы буквально занять какое-то место приобрести какой-то вес они едят чтобы почувствовать себя лучше спокойнее потому что они не умеют справляться со своими эмоциями потому что когда в детстве они должны были этому учиться а мы учимся этому в детстве что делать со своими эмоциями что делать когда тебе грустно что делать когда тебе страшно что делать когда тебе там когда ты грустишь, когда ты горюешь, когда ты рад, что делать с этим? Они не знают, потому что в детстве им говорили: не мешай, не мешай, не до тебя, хватит тут вот вот это вот нам, убери вот это все. Они не знают. И чтобы как-то не раздражать родителей, не привлекать к себе слишком много внимания, как-то быть таким вот удобным ребенком, они научились есть, чтобы успокаиваться. И они делают ровно то же самое. Они едят, чтобы успокаиваться. Когда им чего-то хочется, они едят. Когда им хочется любви, они едят. Когда им хочется путешествий, они едят. Когда им хочется секса, они едят. Когда им хочется рискнуть, они едят. Они едят вместо, вместо, потому что они не могут чего-то получить и не верят в то, что могут. То есть у них этого нет. И если другие, там, если булимик скажет: я это хочу, я буду добиваться, они не верят в то, что они могут получить то, что они хотят, потому что с самого раннего возраста они привыкли к тому, что они не важны и никто не собирается им давать то, что им нужно. Это вообще не про них. Мало ли что тебе нужно, мало ли чего ты хочешь, хочешь перехочешь. И они едят вот такая история про людей с разными типами переедания, с компульсивным перееданием и с эмоциональным перееданием. Пока говорила, подумала, что надо снять видео об особенностях характера людей с компульсивным перееданием, так же, как и об особенностях характера у людей с другими РПП. И эмоциональным перееданием очень важно. На этом, собственно, все. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Все ссылки будут в, в описании. Ссылки на мои социальные сети, на мой телеграм-канал. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вы сможете мне писать. Я всегда отвечаю на любые вопросы. Я всегда стараюсь помочь, если я только могу. Я всегда рада новым друзьям. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.